Всем добрый вечер. Всем добрый вечер. Как меня видно? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Плюсик, если меня видно и слышно. Должно быть и видно, и слышно. Так, камеру сейчас опустим немножечко. Вот так вот, чтобы было. Во. Вот так вот. Отлично. Вот так. Чуть-чуть настроим. Видно, слышно все. Отлично. Подгружается презентация. И прежде чем мы начнем, вернее, будем заканчивать наш курс по экспертности серии Innovage, хотела бы сказать, что сегодняшняя встреча будет полезна именно тем людям, кто ищет варианты более эффективного рекрутинга в нашем проекте с нашей компанией. Методов приглашения людей в бизнес, на возможности очень много разных. И самое главное, что объединяет эти методы, то, что они работают только тогда, когда работает сам человек. Какой бы метод мы ни предложили своему партнеру, консультанту активному, кто хочет развиваться и расти, если не выдерживается статистика, если не делается норма, то никакой метод, даже самый шикарный, и который дает вот прям сегодня такие шикарные результаты, и люди растут и получают машины, как сегодня мы в чате поздравляли ребят, да, то метод не будет работать, если сам человек не работает. Для чего вообще мы с вами активно приглашаем людей, сейчас я напомню? Для того, чтобы расширялся список наших VIP-клиентов, консультантов, бизнес-партнеров. И мы прекрасно с вами знаем, что большая часть людей, которые приходят к нам на разные возможности, со временем оседают в категории VIP-клиентов, потребителей. И очень хорошо, это очень знаменательно для компании, что эти люди не уходят, даже те, кто пришли зарабатывать деньги, что-то не сложилось, не получилось, вот, они не уходят, потому что они познакомились с продуктом, их заинтересовал наш продукт, какая-то категория или многие продукты, и человек остается активным потребителем нашего продукта, и это очень хорошо, это очень хорошо. И вот здесь вот я хотела бы остановиться на таком моменте. Очень часто бывают такие ситуации, когда мы конкретно приглашаем человека только на бизнес. Если за этот период, когда человек подключился на бизнес, мы не заинтересовали его продуктом, не рассказали, какие есть уникальнейшие продукты в нашей компании, то человек, столкнувшись с трудностями в рекрутировании, он уйдет, не попробовав даже нашего продукта, и мы тогда его навсегда потеряем. И вот сегодняшнее предложение рекрутирования, вот то, которое я хочу, о котором я хочу рассказать, оно будет как раз связано с тем, что мы, используя этот метод, убиваем, как говорится, сразу двух зайцев. В первую очередь, этот метод настроен на увеличение товарооборота и появление новых партнеров в вашей организации. А во второй момент, это знакомство человека с самыми лучшими, самыми эффективными, самыми инновационными продуктами компании. Потому что, ну, вы согласитесь со мной, что приобрести туалетную воду или губную помаду, или шампунь, или мыло, человек сейчас имеет возможности огромное количество, правда же? Вот. А вот не индивидуальные, а высокотехнологичные, качественные и эффективные продукты, их на рынке еще поискать надо. Потому что, как правило, если какой-то известный бренд, то очень много подделок, это первое. Второе, если неизвестный бренд, неизвестная компания и вообще непонятно что сваренное, опасно вообще просто использовать для себя, потому что вредит здоровью. Вот. И если наш новый партнер, неважно, какую возможность он выбрал, придет и заинтересуется именно этой категорией продукта, а мы будем говорить о бренде Innovage, шикарном бренде, то тогда этот человек, как можно сказать, надолго будет с вами и с нами в проекте. Итак, поехали. Давайте мы вспомним с вами. У нас с вами на курсе было три занятия базовых. Первое занятие было, я сейчас
для приближения текста одену специальное средство. Первое занятие было посвящено именно экспертности. Мы с вами рассматривали моменты, которые показывают нашу компанию со стороны как эксперта, настоящего эксперта в своем деле. И тот факт, что компании более 50 лет уже, и изначально она пришла на рынок как компания, ну, прямых продаж, которая хотела бы как можно большему количеству женщин предоставить системный, качественный и натуральный уход, вот этой позиции компания, этой стратегии компания до сих пор придерживается. И мы как раз в этой части с вами говорили о том, что компания владеет своими 5 заводами, свой институт исследования кожи, лаборатория Оридерма, глобальный центр в Дублине. Компания проводит 3 теста на продукте, дерматологический, потом проводит тест, клинические исследования с серьезным оборудованием и потребительские тесты проводит в лаборатории Оридерма. Мы все это проговорили, и все это в сумме показывает, что продукт очень высокого уровня. То есть он идет к потребителю абсолютно, который не предоставляет каких-то там, вернее, не принесет человеку вреда, тем более вреда, наоборот, принесет пользу. Еще мы в первом блоке с вами говорили о строении кожи, потому что мы с вами будем затрагивать консультацию с людьми, и для того, чтобы грамотно объяснять человеку, когда ему ожидать результат, надо объяснять, надо понимать само строение кожи, что с чем связано и что на что влияет. Также мы поговорили с вами о типах кожи, какие бывают типы кожи, и о системах ухода за лицом, это, вернее, об этапах ухода за лицом, наиболее эффективных. Это был первый день. Во второй день наш ведущий менеджер по профессии доктор Екатерина Куценко рассказала о стволовых клетках, которые используются, даже не сколько стволовые клетки, а производные от них, как используются в наших сериях по уходу за лицом, и что этого бояться не надо, все было объяснено, почему это для компании выгодно, экологически чистый продукт и не вредит вообще экологии, очень экономный, можно сказать, для экологии продукт. Я думаю, что Катя очень доступно об этом рассказала. Это был блок 2, и мы с вами в этом же блоке, в блоке 2, познакомились, такой сделали общий обзор серии Novage компании Reflame. И я хочу вам сказать, мы только, как скажем, приоткрыли двери каждой отдельной серии. И я думаю, что в ближайшее время наши менеджеры, наши директора ведущие подготовят, выберут каждый по своей серии, которой пользовался, которая принесла результат, фотографии, может быть, какие-то подкрепят сюда и покажут нам, расскажут более подробно о каждой серии, потому что за час эфира очень сложно дать подробную информацию с примерами по каждой серии. И сегодня мы этот блок будет касаться именно бизнеса. Вот, поэтому он у нас не в прямом эфире, это только для тех, кто настроен развивать свой бизнес. И с чего бы я хотела начать здесь, если мы начинаем с вами говорить о бизнесе? Вначале, мне кажется, очень важно понимать вообще, с чем мы имеем дело. И вот я хотела показать данные, не успела найти совсем свежие. Это данные, ну пусть даже 5 лет давности, это какие отрасли косметических компаний развиваются быстрее всего, куда выгоднее инвестировать свое время. И посмотрите, 45%, очень приятная такая цифра, что женщины наши на Украине интересуются уходовыми сериями за лицом. И то, что у компании появился свой бренд Novage, запатентованный много разработок в этой серии, вот это вот, знаете, как предмет гордости с одной стороны, и с другой стороны замечательный инструмент для работы. И теперь хочу показать вам тоже еще немножко статистики, как распределяется доля продаж категории продуктов в компании Oriflame, то есть как она распределяется. Посмотрите, так, секундочку.
Вот. И если вы посмотрите внимательно, то доля wellness очень велика. К серии wellness мы с вами обязательно вернемся. И точно так, как мы сейчас углубляемся в методы работы с Novage, точно так мы будем с вами углубляться в ближайшее время в серию wellness. Потому что, знаете, люди, которые приходят новые, они должны сами выбрать то, что им по душе для работы. Кому-то интереснее работать с уходовой косметикой, серия бренд Novage, Optimal, а кому-то интересно со здоровьем заниматься, профилактикой здоровья. И вот категория wellness имеет 22%. Туалетные водички тоже много, такие популярные наши. И посмотрите, skincare – это продукция по уходу за лицом. Skin – это кожа. Уходовая косметика за кожей лица. Вот. И тоже она занимает почти что 18%. То есть это такой очень активный сегмент в нашей компании. То есть это продукт, который уже завоевал, как сказать, свое место в компании, и мы можем смело работать с ним. И из своего опыта просто хочу сказать, девочки, работая 18 лет в компании, наблюдая эволюцию вообще продукции в компании, я вижу, куда шагнула компания с сериями уходом за лицом. Я не могу сказать, что там вообще раньше там не было косметики в Oriflame по уходу за лицом. Была серия не Optimal, она по-другому немножечко у нас называлась, даже сейчас не вспомню, если девчонки кто-то вспомнит, назовут. Вот, была и серия Алоэ, Чайное дерево, вот, и они как бы были популярны более, потому что такая была более доступная цена. И были серии, забыла быстренько, так хотела сказать, не Time Ravers, которые очень, ну, были такие, они как бы даже не линейки, а ночной крем, не сыворотка, сыворотка, наверное, была, сыворотка Skinstruction. Это были такие дорогущие крема 18 лет назад, и стоили где-то до 70, до 100 гривен. Вот. И за вот этот период времени, как произошла эволюция, и мы пришли на сегодня с вами к целой линейке запатентованных продуктов на основе стволовых клеток растений, которые, ну, просто дают шаленный результат на лице наших клиентов и нас с вами. Да? Вот. И мне очень приятно, что наши директора, менеджеры, кто пользуется на постоянной основе системами ухода, они выглядят всегда гораздо лучше и ухоженней по сравнению с людьми, которые, вот, ну, скажем, просто наше окружение, которые не пользуются системой ухода. Почему предлагаю сейчас активно обратить на линейку Novage внимание? И кроме того, что обратить внимание, включиться в активное использование. Потому что, смотрите, друзья, это я уже просто говорю с практики своей. И раньше у меня был опыт работы с сериями Novage, но он как-то был такой эпизодический. Включилась, 3, 4, 5 серий продала, на следующий каталог остановилась, другим занимаюсь, потом еще через время. А вот сейчас я взялась за эту активную работу, и у меня уже слаживается определенная картинка и рекомендации по работе с этим продуктом. И вот я хочу сказать, на самом деле, для того, чтобы уверенно себя чувствовать в этом методе рекрутирования, конечно же, надо приложить усилия. Конечно, проще, когда откроешь каталог, прочитал, что за мыло, с каким запахом, и просто рекомендовать мыло. Но представьте, вот я сейчас обращаю внимание тех, кто хочет расти, зарабатывать с компанией. Наша ближайшая цель – это 7500 бонус-баллов, уровень старшего менеджера-директора. Для того, чтобы выйти на этот уровень, надо продать более 7500 кусков мыла. Ну, сколько человек от силы возьмет? 2 кусочка, 3 кусочка. Это сколько надо людей бежать? И как этому научить своих партнеров? И это люди, ну, то есть маленькая дешевая продажа, она не несет, ну, как бы, и удовлетворения материального даже консультанту, который продажами занимается с мылом, по сравнению с какими-то крупными продуктами. Ну, и если коснуться
вот старшего менеджера, то вот на этой картиночке, вот знаете, тут надо математику свою произвести, потому что я увидела два скрина. На одном скрине старший менеджер – это 46 наборов, но опять-таки вы знаете, что наши наборы разное количество бонус-баллов. Есть True Perfect, который дает там 130 бонус-баллов, а есть Time Restore, который дает до 200 баллов. Вот, ну, в среднем где-то вот 46 наборов проданных за каталог за 3 недели дают 7500 бонус-баллов. И я вот просто подумала о том, что вот представьте, приходит ко мне новый партнер, приходит на бизнес, он хочет зарабатывать. И, конечно же, у нас есть методы рекрутирования, рассылка предложений, проведение собеседований с человеком, работа с теплым кругом. Вот, и как будто бы на этом вот методы заканчиваются. И я просто подумала о том, что если ты начинаешь работать с этой серией на Wage, да, во-первых, ты сам становишься намного подкованней в плане информации об этой линейке всей. Во-вторых, с этой подкованностью ты становишься более уверенным. В-третьих, идут высокобальные заказы, регистрационные заказы, понимаете? Потому что чего греха таить, люди, большинство, которые приходят, они делают небольшие заказы. Они хотят зарабатывать, но делают маленькие заказы. И вот я предлагаю именно с этой серии включиться, именно не бояться, начать это делать, потому что хочу сразу сказать, вот как люди, которые пришли и видят результат, кто-то растет менеджер-директор, и начинают делать предложения, сделали, ну, там, 50 предложений, и уже целый год могут там 50, потом 60 делать еще через год, потом 65, и они никак не могут дойти до отметки 100. Оказывается, уже 100 – это даже уже, ну, такое, это ты как бы держишься на плаву, а гораздо эффективнее это 150-200 предложений делать. И получается, что этот человек, он вообще теряет возможность развивать свой бизнес. Понимаете, о чем я говорю? И у нас должна быть альтернатива. Но опять-таки хочу сказать, если человек лентяй, то ему какие варианты не предложи, он не будет. Он будет, ну находить какие-то обстоятельства, по которым он не делает эти 150-200 предложений, не работает с диагностикой по Новейджу, не работает с wellness-линейкой. То есть, ну, тот человек, ну, вы понимаете, если он не хочет, то это уже там как бы будут постоянно пасть. Вот. И вот на вот этой картинке, мы ее часто видели, мы видим, как вот работой, а если это командная работа, вот представьте, я работаю с Новейджем, и у меня, у меня три ветки менеджеров. И три ветки менеджеров, которые заинтересовались этой работой. В каждой ветке, допустим, по два менеджера, которые тоже обучатся делать регистрации, минимум три регистрации с Новейджем в каталог. И вот у вас два в одной веточке делают по три регистрации. Это шесть регистраций в одной ветке. В трех ветках это 18. Правильно я говорю? Вот. И вот теперь посчитайте на баллы, какой-то идет рост. Это просто невероятный рост. Конечно же, все не смогут работать с Новейджем. Потому что, первое, здесь надо этот Новейдж, этот продукт самому попробовать. Потому что если ты не приобрел, а чисто теоретически подкован, то очень сложно будет этот бизнес, ну, это предложение продвигать. Поэтому одно из первых условий – это пользуемся сами продуктом. Пользуемся сами, получаем результат на лице, получаем эмоции от использования, и тогда включаемся в работу. И вот на этой линеечке, посмотрите, чтобы выйти на 3%, ты просто одного человека регистрируешь с Novage и выходишь на 3%. Дальше – три человека, и ты на 6%, там уже к 9 подходишь, и так далее, и так далее. Ну вот здесь написано не 40 с лишним, а 31. Поэтому я думаю, после вебинара надо просто взять и пересчитать самому, и чтобы точно, четко понимать. Ну, я думаю, если даже вот здесь написано 31 набор, то тут имеется в виду, что еще в организации есть же люди, которые просто берут не Новейдж, регистрируют без Новейджа. Поэтому достаточно будет, ну, если мы возьмем в среднем, допустим, даже возьмем 150 бонус-баллов с Новейджа, с одного набора, и умножим на 150 на 10, это 1500 бонус-баллов, на 3 умножить, это 4,5, ну, где-то 5000 бонус-баллов. Да, где-то 2,5 делают разные заказики.
Хорошо, поехали дальше. Если меня слышно, поставьте двоечки, слышно и видно. Поехали дальше. То есть вот сейчас я привела аргументы в пользу того, что люди интересуются системами ухода, то есть категория о продукте Skin Care актуальна. Вот, мы поговорили, что регистрировать человека с Novation – это выгоднее нам с вами, да? Вот, ну еще я хочу сказать свое мнение. Очень приятно вообще работать с этой категорией. Почему? Скажу. Потому что когда просто ты каталог даешь человеку смотреть, я вот просто представляю новичок, который дает просто каталог. Кто-то может сказать: о, я видел, о, я пользуюсь Avon там или еще чем-нибудь. И вот как-то ты сразу такой раз, настроение у тебя падает, как бы тебя самого отвергает. Потому что когда ты новичок, тебе кажется, что когда человек говорит нет, то говорят лично тебе. На самом деле человек себе отказывает в этот момент. Но когда ты новичок, тебе это неприятно. Так вот, я хочу сказать, когда ты работаешь с серией Novage, реакция у людей абсолютно другая. У меня такое впечатление, что я иду к людям вообще с другой какой-то компанией. А я просто использую бренд Novage в нашей компании Reflame. Вот. И я думаю, что когда вот новичок, то есть как наставник, вы хорошо эту тему изучите и сразу же будете обучать своего партнера этому методу рекрутирования, он получит массу удовольствия. Мало того, что он сам влюбится в этот продукт, используя его, он еще и получит массу удовольствий. И почему именно комплексный уход за кожей от Oriflame, он будет всегда популярным? Он всегда будет популярным. Вот. Системный уход, потому что 4 из 5 женщин не выглядят на свой возраст. Это говорит о том, что больше, особенно в Украине, большая часть женщин выглядит старше своих лет, понимаете? Существует 12 признаков старения. Это компания наша провела исследование большое, мы о нем уже говорили. Было продиагностировано более 1000 женщин с разных уголков Земли. И было выведено 12 признаков старения. И вот под разрешение каждого этого признака старения компания разрабатывала систему ухода. Вот. И системный уход, он дает лучше всего результат. Еще раз хочу напомнить, это в 7 раз лучше, чем вы берете просто какой-то дорогой крем. Преимущество комплексного ухода, вот эту базу должен знать каждый консультант, новичок, который включается в этот метод рекрутирования. Он должен понимать, что выгодно клиенту, когда ты работаешь с системой ухода. Первое. Высокий уровень качества, когда человек пользуется системой. Более эффективный будет эффективность этой серии. Простота и доступность использования. То есть ты не путаешься, где у тебя просто вся серия стоит, и ты знаешь, что зачем использовать. И самое главное, этой серии, этого продукта ты не будешь бояться, потому что эти серии прошли клиническое тестирование. То есть они абсолютно безвредны для человека. Какая же выгода для консультанта работать с системами ухода, для консультанта-лидера? Это высокие баллы бонуса при регистрации и вообще при работе с этим продуктом. И самое главное, это лояльность подписчиков. Это то, что я говорила. У нас 85% потребителей, и когда они хорошо относятся к сериям ухода за лицом, то есть они видят результат, они получают комплименты. Вот. Тогда человек, пользуясь сериями ухода за лицом, он легко слышит рекомендации и берет уже декоративную косметику и парфюмерию, и может даже со временем перейти на wellness, если плавно его перевести. Вот, поэтому выгодно всем, и нашим VIP-клиентам, и, конечно же, консультантам. Как можно рекомендовать комплексный уход? Вот теперь вопрос такой, смотрите. Когда я готовила эту тему, вообще всю идею, я обсуждала со своими новыми партнерами, молодыми партнерами. И вот буквально вчера один из молодых партнеров мне говорит, что: Светлана, вы знаете, как-то вот я так прикинула в моем окружении, девушка молодая достаточно, в моем окружении не так много людей, которые захотят ухаживать уже за своим лицом. Вот. И вот здесь надо просто задать вопрос уточняющий. Почему ты так думаешь? Ты спросила уже у каждого, и сколько это человек? Это первый вопрос. А второй вопрос.
я задала, ты беспокоишься о том, что люди просто не платежеспособны по отношению к этим продуктам. Вот. И, скорее всего, люди вот прячут, ну вот консультант может подумать о том, что такие дорогие серии или вообще женщина не думает сейчас об уходе за лицом, когда у нее там вопрос 1 сентября или там кризис или 5 или 10. Вот я хочу сказать, что вот с самого начала с консультантом надо поработать с настроем. С настроем на то, что у людей деньги есть, это первое. Второе, что женщина, если поймет, что ей это надо и что это ей даст, она деньги эти найдет. И более того скажу, они у нее просто есть. Если человек сомневается, я просто говорю, знаешь что, сходи в большой супермаркет в выходной день и посмотри. Сходи на рынок, посмотри в выходной, ты не протолчешься, сколько людей ходит, и ищет, и выбирает, и что-то покупает. Поэтому, друзья мои, тут самое главное не искать себе отговорки, не оправдываться тем, что сейчас такие времена, и люди там не будут ухаживать за собой, и все такое. Здесь, как всегда, надо дать право человеку самому выбирать. Итак, индивидуальная консультация. Я хочу вам напомнить о том, что компания выбрала, вы должны понимать, метод прямых продаж. Что это такое? Метод прямых продаж – это как раз индивидуальный подход к клиенту. И компания правильно сделала, потому что косметика – это дело, а тем более уход за лицом – это дело такое личное, можно так сказать, даже интимное. Не каждый хочет просто продавцу в магазине, первому попавшемуся, рассказывать о каких-то своих пигментных пятнах, о том, что косметика течет, или широкие поры, и все такое, вы понимаете, да? А если ты работаешь с консультантом, и этот консультант заслужил твое доверие, то человек более открытый и более контактный в этом плане. И поэтому мы можем спокойно с вами проводить индивидуальные консультации. Вот. Ну и в этих консультациях очень важно и полезно рассказывать людям, вот каждый раз, вы знаете, с каждым разом давать порцию, знаете, как сказать, во-первых, порцию экспертности своей, о том, что ты понимаешь, что ты рекомендуешь. Второе, показывать компанию в другом свете, потому что очень больно, очень обидно, когда вот компания относится, ой, Арифлейм, и вот которые люди вот так вот говорят Арифлейм, вот так вот, я говорю, вы так говорите от того, что вы, у вас какие-то есть факты, что компания действительно такая вот, или это просто как бы стереотип отношения к компании, вот как все. Вот, потому что на самом деле вы сами знаете, что компания наша, ну просто, она заслуживает очень большого внимания. Единственный ее недостаток, что она просто шведская, и шведы очень скромные. Они не кричат и не бьют себя в грудь за открытие новых патентов и все такое. Она просто предлагает всем людям выбирать. И мы с вами, как профессиональные менеджеры, мы проводники на этом пути между потребителями и между компанией. Это наша с вами работа. Поэтому мы должны с вами быть экспертами в этом направлении. Отсюда будет больше уверенность. Не страшно будет разговаривать с людьми. И второй момент. Вы должны всегда идти с мыслью о том, что я иду помогать человеку. Я подскажу. И я вот хочу задать вам вопрос. Были ли у вас ситуации, когда вам самой хотелось чего-то больше узнать, ну, допустим, об уходе за лицом или уходе за волосами, но это еще до компании Reflame. У меня лично такие моменты были, и я даже не знала, к кому обратиться. Понимаете вы? И очень хорошо, если, вот хочу вам сказать, ваши клиенты вами дорожат, и они прислушиваются к вашим рекомендациям. Вот. Но даже хочу сказать, если это не самые-самые ваши VIP-клиенты, а просто знакомые, можно с ними тоже уверенно работать с этой системой. Итак, что мы будем с вами делать? Представляю вам Skin Expert, замечательную систему, с которой я уже знакома давным-давно, время от времени использую, и вот только последнюю неделю я стала использовать ее очень-очень плотно. Мне она нравится. По каким причинам? Потому что я подхожу к человеку уже не просто там с каталогом, там, как, знаете, как обычно, человек, ой, там нет денег, там или еще что-то такое. А когда что-то новенькое у тебя, у людей появляется интерес. Это первое. Второе. Инновационная вообще, в общем, инновационная такая, вот я вам покажу сейчас, вот это вот за неделю результат. Вот, была цель у меня 23, сделала 25. Я очень довольна результатом и недовольна тем, что
что сегодня я вообще, скажем так, не поработала. Но у меня есть работа, вот обработка, отработка вот этих всех людей. Сейчас я вам об этом расскажу, как я работаю с этим. Вот, значит, система очень интересная, очень такая, как сказать, высокотехнологичная даже, можно сказать, потому что даже элементарно человеку, когда предлагаешь расписаться, что ты не просто так вот с ним заводишь отношения, как работать с этой программой, вот расписаться здесь в мобильном телефоне, и то люди говорят, ух ты, как интересно, а я говорю, я подтверждаю это, я не просто там стою и молчу, я говорю, да, это шведы, они очень технологичные, они очень креативные, у них очень много разных исследований, разных инновации, и ты сейчас в этом убедишься. И первый этап консультации начинается с чего? Я вам сейчас прям все по порядочку вот буду рассказывать. С чего я начинаю сразу? Первое, что я начинаю делать, я завожу диалог с человеком. Ну, сейчас мы по этапам, я по этапам расскажу, а потом просто что, зачем я делаю. Мне больше нравится, когда я вечером уже знаю, куда я на следующий день пойду или поеду, я определяю у себя точки, где я могу взаимодействовать с людьми. Ну, например, мне надо было вот накануне 1 сентября взять справки для внука в школу, потом еще там кое-куда отвезти, кое-что там забрать и все такое. И я знала, даже элементарно, мне надо было с утра закупиться, и в тех местах, где я закупалась, брала мясо, да, в магазине, там очень Селяночка, такой хороший у нас магазин, Аня, она мне всегда с удовольствием обслуживает. Мой массажист, я прям четко наметила, сегодня я делаю вот диагностику там, и намечаю сразу 5, от 5 до 10 точек. Ну, практика показывает, что я попадаю, успеваю на 5 как минимум. Вот, и это хорошо, хочу вам сказать, за день 5 диагностик, это хорошо, но я думаю, что я буду ускоряться. Вот, первое, то есть вы наметили точки себе, то есть не стесняйтесь, телефон у вас, программа скачана, вы подготовились, ознакомились с информацией по Novage. Хочу предупредить здесь, если новый партнер, или даже не новый партнер, но досконально не знает, какая высокотехнологичная используется, какая высокая технология используется в той или другой серии, вы можете просто спокойно взять с собой вот этот справочник, и у вас здесь вот сзади есть подсказки. Я, конечно, настоятельно рекомендую это выучить, просто вот это вот выучить. И это несложно. Когда я первые разы вступала в Novage, я просто-напросто выучила, с какого возраста, какую проблему решает, какая технология используется и какой ты результат получишь. Там есть проценты, понимаете? Очень важно человеку, к человеку идти с аргументами. Аргументы – это цифры и факты, вы понимаете? То есть фактами я пользуюсь, то, что у компании свой институт исследования кожи, цифры говорю, сколько экологен там на 49% уменьшает количество морщин. Вот, то есть с цифрами, фактами иду к людям. Ну, в общем, даже если вы этого не знаете или не путаетесь, не стесняйтесь, начинайте, идите и делайте. Вы сейчас поймете, что это абсолютно просто. Все, значит, я наметила, подхожу к человеку, и я вам сейчас, наверное, сразу покажу вам текст. В общем, что мы здесь делаем? Тут дается сразу, чтобы человек, я человеку когда сделала предложение, чтобы человек, нажимаю вот плюсик, и сразу выходит здесь, вы хотите провести консультацию? Я нажимаю, да, хочу провести консультацию. Вот вам будет видно, да. И вот здесь я, вот тут есть белая полосочка такая, я буду вот тут вам так показывать. Видно, да? Поставьте мне плюсик. Белая полосочка, я ставлю плюсик, вот птичку, и говорю, вот тут, где птичка, пожалуйста, распишись, что ты не против, чтобы я провела тебе консультацию. Но перед тем, как вот это вот все показываю, я такой текст проговариваю человеку. Я текст этот уже знаю просто наизусть, вот, а вам я приготовила скрин. Здесь в этой консультации вы уточняете возраст, этническую принадлежность человека. Ну, сейчас к фотографии все это мы вернемся, но перед тем, как запустить, здесь надо проговорить человеку, потому что никто вам не даст себя фотографировать, если он не поймет, что это и чего это. Вот я текст просто этот сюда немножечко запхнула, секундочку. Сейчас я этот вам текст дам, и мы продолжаем. Ой. Секундочку. Секунду.
Вот, очень важно человека расположить к себе. Очень важный момент здесь хочу сказать, знаете какой? Не дать человеку, как бы, вы в этом диалоге должны быть ведущим. Ведущим. Вот этот текст, вы должны быть ведущим. О, да что ж ты так скачешь? То есть не дать человеку там размышлять, думать там долго и все такое. Я так говорю, вот, привет, там привет. Слушай, ты же знаешь, что я работаю с Oriflame уже давно, да? Вот, и у компании, компания очень серьезная, сама понимаешь, у компании собственных 5 заводов по всему миру, есть институт исследования кожи. Очень говорю так с такой, ну, как эмоциональной, как бы, есть институт исследования кожи. Так вот, вот этот институт исследования кожи разработал очень интересную программу для диагностики состояния лица. Мне нужна твоя, и тут такую делаю паузу и говорю, мне нужна твоя помощь. У меня есть задание на эту неделю, мне надо 30-40 сделать диагностик для того, чтобы мне эту программу оставили. Вот этот институт сдал нам эту программу, но она у меня останется, когда я выполню это задание. Вот, для тебя это вообще будет бесплатно и всего 3 минуты времени. И ты просто узнаешь, какое состояние кожи у тебя на сегодняшний день. Кроме этого, компания сразу же тебе смс-кой присылает рекомендацию. И я тебе еще ее дополню очень интересной информацией. Я уверяю тебя, что информация тебя прям просто поразит. Ну и кроме всего, у тебя будет бонус от меня лично. Что за бонус? Это наша косметичка Oriflame с Олей, Машей, Таней. Я потом человека просто сразу присоединяю туда и прошу ее, убери звук, а ты смотри, какие там у меня есть акции, предложения интересные, розыгрыши, то, что тебя может заинтересовать, пишешь личку, я выполняю. Вот с таким текстом я подхожу к человеку. Хочу вам сказать, вот за эту неделю и там сколько дней, 10 или может быть 8 дней, ни одного отказа у меня не было, ни одного отказа. Здесь очень важный момент – подобрать удобную ситуацию. Я была в больнице с доктором. Я видела, когда уже у него не было пациентов, то есть она была свободна абсолютно, мы общались. И когда она сделала для меня услугу, я показала то, что я хочу тоже для нее сделать услугу. Вот, и предложила вот этот вот с таким текстом, сказала, что я хочу сделать вам тоже приятное, и предлагаю вам такую диагностику. Говорит, ой, как интересно, давайте будет, почему бы и нет. Вот, ну и теперь непосредственно, теперь к самой диагностике возвращаемся, к самой консультации, как мы работаем. То есть человек дал согласие, я открываю мобилку, я... Лучше, когда у вас будет, по-моему, проводной интернет. То есть у меня интернет все время подключен, поэтому я даже на это не обратила внимания. Вот, человек расписался, говорит, ух ты. Потом я перехожу дальше и телефон держу, чтобы человек видел. То есть вы не прячете сами себе что-то там выбираете, а прям показываете, что вы делаете. Следующий этап, вы пишете возраст, пишете имя человека, фамилию, и еще раз говорите, что вот эти данные, там в тексте я говорю, что не переживай, эти данные никуда не пойдут, эти данные останутся только у меня в телефоне, а на сайте в моем кабинете будет птичка, что я провела еще одну диагностику. Ну, такая маленькая уловочка для того, чтобы человек просто действительно понял, что это очень важно. И для меня тоже. Вот, дальше. Потом мы возраст опишем его, написали фамилия, имя, возраст написали, расу указали, самый первый кружочек, наша евроидная раса. Вот, и потом тип кожи указали. Если человек сомневается, вы посмотрите на лицо, вспомните, мы с вами обсуждали типы кожи, признаки основные, и продолжаем дальше. Вот, что следующее, что на втором этапе диагностики? Сложного ничего нет, как говорится, методом тыка. Дальше. Что дальше делаем? Делаем фото. И здесь очень важный момент. Обратите внимание. Волосы человек должен со лба вообще убрать, приподнять. Потом хорошо свет должен падать на человека. Хорошее освещение. Повернуть человека к окну и от окна делать, чтобы свет падал в лицо. Ну, такой однородный какой-то фон сзади должен быть. Человек смотрит прямо в камеру. Предупредите, чтобы он не улыбался, а то многие, когда улыбаются, очень трудно диагностировать вот эту часть рта. Вот. И волосы убрать назад. В принципе, ничего сложного нет. Когда вы сделаете фотографию, человек... там будут такие место для ушек. Вы стараетесь именно так вот поместить лицо человека, где ушки человека и его ушки, чтобы совпали, потому что будут части лица потом диагностироваться. Вот. И, в принципе, когда фотография сразу готова, человек смотрит на свое фото,
волосы убраны, и, как правило, вы же человека не предупреждаете, что нанеси там макияж. Хочу предупредить, что даже с макияжем вы можете делать диагностику, все нормально. Вот, что происходит дальше? Человек смотрит на свою фотографию, но одна только мне сказала: ух ты, красотка, все остальные говорят: какой ужас, кошмар, ну и все остальное. С одной стороны, я человека успокаиваю, не переживай, практически все так, когда увидят, как бы расстраиваются. Но с другой стороны, это очень хорошо. Что я поняла для себя? Мы, к сожалению, живем в такое время, когда люди вот так вот, как белочки в колесе, бегают, им некогда этой женщине бедной остановиться и просто посмотреть, что происходит вообще у нее сейчас, на данный момент. И когда мы делаем это фото именно для диагностики, она останавливается и видит, что уже мешки под глазами, и морщинки, и какое-то тело дряблое, и все такое. То есть она видит и такой стоп, и ей уже интересно, что будет дальше. Что мы дальше делаем? В верхней части показывается ее часть, ну, там, лба, глаза, там поэтапно глаза, лоб, потом уголки рта и овал лица. Вот. И что я дальше делаю? Значит, я показываю человеку бегунок и говорю прям сразу же: смотри, вот если не ухаживать, посмотрю, к чему это может привести. И человек, когда видит, там, вот знаете, там самая последняя стадия, на лице собрались морщины, темное лицо, пигментация, она такая: о, ужас, говорю, давай будем ухаживать. Я говорю: ты видишь, как я делаю? Вот бери бегунок и сама двигай его. Пусть человек сам двигает, потому что у него будет больше доверия к результату. Вот, он передвигает, вы обязательно смотрите, контролируете процесс, подсказываете, если человеку надо чуть больше, давай, чуть меньше, тут и все такое. Все, человек сделал, нажал далее, переходит далее. И так все остальные части лица, лоб, глаза, носогубки и овал лица. После этого, когда это все произошло, вот такой результат, эта программа выдает такой результат сразу же на телефоне. Тут человек видит, какой возраст мы заявили и какая программа, какой возраст показывает. Вот, ну, как-то у меня получается, что большая часть людей такое лицо даже моложе, но я это связываю с тем, что эти мои испытуемые практически все были жирной комбинированной кожей. Я им сразу объясняю, что это хорошо, но в твоей ситуации очень важно правильно ухаживать, а именно процесс очищения надо отслеживать, потому что именно процесс очищения и косметика плывет, и все такое. Вот, дальше. Такая экспертная оценка человек видит. Потом рекомендованная линейка по уходу сразу же, вот, 4 этапа ухода там сразу же идет в этой ленте. И вы можете даже сразу же, ну, не даже сразу, а так правильно, у человека спрашиваете телефон, его в вашей базе может быть нет, вы вбиваете телефон и отправить. В принципе, если ваш мобильный телефон, вернее, ваша как его, программа телефона, как Киевстар, МТС поддерживает СМС-ки, то есть такое количество, то вы можете сразу даже нажать и отправить человеку. Но вы должны понимать, что эта вся информация уже у вас осталась здесь в базе, в телефоне. Прямо сюда вы зайдете, и все. У меня получалось так, что не уходили все эти СМС-ки. Я человеку говорила, что я сейчас зайду в зону Wi-Fi и эту СМС-ку сброшу. И уточнял человека: у тебя Viber на этом телефоне? Все. Когда я только попадала в зону Wi-Fi, что я делала? Я заходила сюда, брала, ну, отправляла СМС-очку, она не уходила. Я копировала эту СМС-ку, и я вам этот ролик делала и сбрасывала. Если надо, я вам еще раз сброшу. Вот, и сбрасывала СМС-очку эту Viber человеку, Viber. И человек открывает в Viber, выходит по СМС-очке, и он получает эту полную информацию. Кроме этого, у нас с вами есть замечательный канал, канал-справочник Novage Oriflame. И там по каждой серии отдельно описание, что входит в состав, как использовать, в чем особенность этой серии, видеоролики очень качественные, фотографии до и после, кто использовал эту серию. И, ну, такая убедительная информация. И поэтому вот эту часть именно той серии, вот какой этой девушке экологен, вы берете, копируете и отправляете человеку в Вайбере. Все. И на этом как бы моя консультация заканчивается. Я голосом человеку проговариваю, что: Маша, смотри, знакомься, я через пару денечков позвоню, если у тебя какие-то вопросы, отвечу. С моей стороны это ненавязчиво, отлично. Вот, и человек благодарит, как правило: хорошо, знакомлюсь, спасибо. Все.
И тут начинается мой рабочий момент. Я беру свой рабочий блокнотик, такой маленький, удобный. Сейчас я вам покажу, что я туда. И заношу туда обязательно всю информацию с датами, с циферками, чтобы можно было это отслеживать. У вас появляется, во-первых, база клиентов в этом, в этой программе, в этом телефоне. Вот первое. И второе, ваш рабочий блокнот – это уже как кладезь ваших потенциальных, уже, может быть, новых консультантов. Вот, Oriflame Skin Expert – это профессиональная консультация для эффективного бизнеса. С ней очень легко, если самому научиться и научить партнеров, и делать это на регулярной основе. Я хочу вам сказать, во-первых, в глазах своего окружения вы будете выглядеть более, как сказать, профессиональнее, грамотнее. Вот. А во-вторых, это приятно женщинам давать такую возможность ухаживать лучше за своим лицом. И сейчас я перехожу ко второму блоку «Инструменты для этой работы». Что надо сделать? Надо скачать программу Skin Expert в Play Market. Вот, скачать, установить, потом посмотреть, есть видео, обзор, как работать с этой программкой. Потом, конечно же, я рекомендую на практике, это у нас инструменты, блокнот, справочник, новейдж, каталог и пробники, в общем, а здесь я сейчас более детально сейчас расскажу быстренько вам. Вот, значит, программку скачали, ознакомились, это вот то, что я вам говорила, надо вот эту табличку обязательно выучить. Секундочку, мы перескочили опять, да? Вот она. Вот, значит, смотрите, посмотреть видео, потом на практике с наставником потренироваться и текст вот этот просто для себя своими словами с человеком, как вам комфортно вы проговариваете. Потом завести рабочий блокнот. Потом, что еще с инструментом вам надо будет? Конечно же, каталог Novage обязательно. Хорошо, если у вас будет 2-3 про запас, потому что если человек прям сразу же, вы протестировали и видите у него интерес к этому продукту, вы можете прям сразу же оставить ему и текущий каталог, если хочешь, посмотри, и каталог, который Novage сразу, вот если у человека есть интерес, если он не торопится и такой расположен к диалогу. Все, дальше что мы делаем? Табличка у вас такая есть, вы изучаете, не изучаете, просто ее надо выучить, девочки. Рабочий блокнот, сейчас я более детально на нем остановлюсь, покажу. Значит, что здесь надо? Что здесь надо? Секундочку. Значит, в этом блокнотике обязательно есть первая колоночка – это дата, вторая колоночка – это имя, фамилия. Вот, я переношу это потом, когда человека уже провела диагностику, я захожу в ту базу и переписываю. Вы видите, когда в день там 3, 4, 6 человек, я не буду с каждым стоять с блокнотиком. Я домой пришла и все выписала. Телефон человека выписала, потом выписала, какая серия ему рекомендована компанией, потом какой у него возраст, и лично у него возраст, и какую ему дала программа. Потом ставлю дату, когда я сбросила информацию, потому что бывает такое, что я в тот самый день не сбросила информацию. И когда у меня уже стоит там дата, вот то, что я сбросила, уже я спокойна. Телефон человека, ну и там последняя колоночка примечания, когда я уже повторные звонки делаю. Вот такой рабочий блокнот. И я думаю, что вот сейчас я последние два дня с первыми людьми разговаривала, и очень интересно, у людей такой интерес есть. Ну, не сказали эти 4 человека, которых я обзванивала, что прям сегодня-завтра хочу взять, но 2 из них настроены на Novage. Вот сейчас вот 1 сентября закончится, вот эти праздники и все такое детские, и я, в общем, расположена к этой серии. Вот. Еще кроме этого обязательно рекомендую, рассмотрите такие варианты, чтобы у вас были пробники. Сейчас в каталоге очень выгодная цена нового True Perfect, да, где он у нас True Perfect, вот он голубой True Perfect, рекомендую, цена вообще смешная, 27 гривен, и он в каждом каталоге, какая-то из серий идет со скидкой, поэтому потихонечку по 2 берите наборчика, и когда вы работаете с людьми, вот человеку выпала эта серия, вот сейчас после звонка, я одна, вторая девочка, у меня купили за 27 гривен вот эти вот наборчики. И сейчас вот будет у моего партнера регистрация тоже на True Perfect старый. Вот она взяла крем дневной, ей понравился, и она берет сейчас всю серию. Поэтому наборы очень хорошо работают, наборы пробников. Человек попробовал и уже, знаете, как бы загорелся. Теперь хочу несколько слов сказать о возражениях по работе с Novage.
Значит, когда вы работаете с этим продуктом, может возникнуть такой вопрос, что, ну, вот такая высокотехнологичная продукция, но как же она вот так по такой как бы доступной цене идет, если она такая высокотехнологичная? То есть, знаете, некоторые говорят, почему так дорого, а эти говорят, почему такой достойный продукт, но дешево. И что отвечаем? Как компания социальных продаж мы значительно оптимизируем наценку на наши продукты, то есть сделаем ее более доступными. Нам не нужно дополнительно платить за полку в магазине, потому что мы работаем методом прямых продаж. А те, кто работает, производят товар и в розницу продают, то у них очень много расходов на пути к своему потребителю. И поэтому мы экономим на прямых продажах, вот, и поэтому продукт более доступный. Мы никогда не идем на компромисс в отношении качества или производительности, и мы всегда следим за тем, чтобы все наши продукты соответствовали нормативам, требованиям и были, ну, в общем, безопасны для людей. То есть вот здесь вот просто сказать, так как мы работаем методом прямых продаж, еще бы я дополнила, что у нас свои заводы, мы не арендуем эти линии, и свой институт исследования кожи. То есть мы не покупаем эти патенты, мы сами их создаем. И поэтому это удешевляет эти высокие технологии. Вот. Потом следующий вопрос. Набор на Veg – это очень дорого, может человек сказать. Вот. И здесь вы можете сказать такое. Серия на Veg стоит своих денег по многим причинам. Во-первых, в ней заключены самые передовые технологии, патенты, клинические потребительские тесты. С этим вы уже знакомы, мы с вами уже это прошли. Доказанная эффективность и победы в номинациях наших продуктов. И стволовые клетки растений, причем разных в разных сериях. Не одна какая-то ствола, как одно растение во всех сериях, а абсолютно разные. Вот. Ну и кроме этого, у нас стильный и удобный дизайн упаковки, очень современный, красивый. Вот. Для высококлассного ухода нужен достойный продукт. Вот. Поэтому если вы хотите достойный продукт, то вот как раз вот это наш продукт. Можно предложить клиенту обязательно здесь просчитать продукт, сколько будет стоить ей в месяц и в день. Это очень просто. Вы берете весь набор и показываете, что набор по постоянной цене стоит, там, допустим, 2500 True Perfect. Цена в каталоге со скидкой 1799. Но я тебе оформляю дисконтную карту. Я настоятельно рекомендую. Все люди, которые берут у вас... все берут, кто серию на Veg, обязательно регистрируйте человека. Почему? Я сейчас объясню. Потому что человек возьмет эту серию, она ему понравится, вы просто захотите заработать эти 500 гривен на человеке, да, она человеку понравится, эта серия, естественно, у него будет улучшение на лице, естественно, ну, как все женщины, она будет хвастаться, и если в ее окружении появится, будет такой профессиональный консультант, как я, или наш менеджер активный, ей обязательно скажут, слушай, а ты знаешь, что там есть дополнительные средства ухода к Novage? Я тебе предлагаю дисконт, и ты будешь брать напрямую. И за сколько ты взяла эту серию? Она скажет, за 1700, ну, 1800, там 50 гривен уступили. Она скажет, а я тебе могла бы эту серию за 1400 предложить. Представляете? Во-первых, человек на вас обидится, а во-вторых, конечно же, он согласится на дисконт, потому что это ему выгодно. Поэтому обязательно, обязательно человека регистрируйте и оформляйте дисконт. Объясните, что вместе с этим автоматически он получит парфюм на выбор всего за 99 гривен, как бонус первого шага. Представляете, сразу же. Вот. Ну и человеку, тот, который серию он выбрал, обязательно просчитайте. Как просчитывается? Берете дисконтную цену, делите на 5 месяцев, в среднем где-то 5-6 месяцев серия хватает. Вот, делите на 5, получается у вас там на месяц, сколько эта серия обходится, и делите на 30 дней, потому что человек каждый день ее использует. Делите на 30 дней и говорите, вот тебе 12 гривен получается использовать там раз или два раза в день, там, потому что днем ты дневным пользуешься, там ночным и все такое. Вот, и чашечка кофе стоит от 20 гривен и выше. Поэтому, а если кто-то курит сигареты 40, 50 и более гривен, вы просто задайте вопрос. Вот и все. Больше уговаривать здесь, убеждать человека не надо, этого достаточно. Вот. Если человеку интересно, то вы можете просто сказать, ты знаешь как, я тебе предлагаю вообще, что сейчас на цену не смотреть,
покупаешь набор пробников, ты дня 2-3 используешь, и потом уже делимся с тобой уже впечатлениями, потом разговариваем дальше. Дальше, еще какое возражение может быть? А, кстати говоря, когда человек говорит, что мне дорого, здесь можно, и вы видите, что настрой у человека, ему хочется взять систему ухода, вы можете предложить ему альтернативную. Вы говорите, ну ты настроен вообще купить, просто тебе это дороговато сейчас. Человек говорит, да, тогда хорошо, я тебе могу предложить другую систему ухода. В компании Reflame есть линейка Optimal. Optimal тоже очень достойная линейка. И здесь вы должны объяснить, что дешевле она не потому, что она хуже, а из-за того, что дешевле технологии и сырье. Стволовые клетки дороже, а серия Optimal использует более дешевые, более доступное сырье. Вот, и предлагаете, если это экологен человеку или лифт надо было, вы предлагаете ему Optimal антивозрастную красную серию. Вот, там можно подобрать по типам кожи, жирная комбинированная. Если у человека проблемы с пигментацией, ему дороговата серия Novage, вы выбираете в Optimal. Вот, то есть аналог вы сразу же человеку подбираете. Вот, если он настроен на систему, то есть не теряйте человека, подсказывайте и помогайте, потому что там есть тоже, это же пятиэтапный этап система ухода, там есть и очищение, тонизирование, есть и сыворотка, и для век, и дневной, и ночной крем. То есть полный комплекс там есть, просто по более доступной цене. Человек спрашивает, почему мне нужны все средства комплексного ухода? Вот у меня был вопрос, а можно я там только один крем возьму? Я говорю, без вопросов, можешь взять один крем. Но только я тебе хочу кое-что объяснить, почему надо использовать продукты одного бренда. Тоже она говорит, вот там у меня есть там с той компании то, сё, пятое, десятое. Я говорю, ну я не гарантирую тебе результат, потому что я не знаю, как будут взаимодействовать эти ингредиенты той компании нашей. А когда у нас серия берется, то у нас такая синергия идет в этой системе. Один компонент дополняет другой и усиливает результат вообще, вообще. Вот, ну и можете приводить проверенный клинический результат, что использование системы ухода Novage дает в 7 раз лучший результат на лице по сравнению с тем, что ты возьмешь одну баночку. Вот. Ну или такой вариант можно предложить. Возьми, допустим, дневной крем там, и очищение, тонизирование, смарт-умывалочку. Попробуй, если тебе понравится, тогда будем брать остальные крема. Я думаю, что попробуя это средство, человек не захочет расставаться. Дальше заканчиваем уже. Нужно ли время от времени менять? Тоже вот у меня спрашивала, ну вот к этой серии, если я возьму, вдруг моя кожа привыкнет и все такое. Какой здесь ответ? Если выбранные вами продукты хорошо совместимы с вашей кожей, нет причин менять их. Они не станут менее эффективны, то есть вы можете пользоваться ими регулярно. Вот, это особенно относится к продуктам с клиническими результатами, то есть там, где доказано. Но так как время не стоит на месте, мы взрослеем, и вы тогда просто с серии «Экологен» через годик-два перейдете на серию лифт подтяжечка. Вот, после этого перейдете на следующую. То есть взрослеть, мудреть женской кожей с Novage очень легко. То есть не страшно абсолютно. Абсолютно не страшно. Вот посмотрите на наших партнеров, более мудрых, взрослых, как у них замечательно выглядит кожа. Реально, по сравнению не с собой надо сравнивать, да? Вот, хотя я хочу сказать, некоторые фотографии даже есть, где ты сейчас лучше выглядишь, чем там 5 лет назад, может быть, да? А вот со своим окружением такого же возраста. Еще такой был у меня вопрос. У меня жирная кожа, зачем мне крема? Потому что, тем более дневной, ты говоришь увлажнение, зачем мне надо? У меня и так жирная кожа. Это потому, что наши кандидаты путают жир с влагою. Вот. Это не имеет значения, что жирная кожа, хотя использование увлажняющих средств для жирной кожи, ну, человек думает, ну, как бы там не надо, на самом деле надо, потому что это совсем другое. Увлажнение – это одно, а сальные секреты выделения жира – это другое. Увлажняющий крем, специально разработанный для жирной кожи, поможет уменьшить выработку кожного сала и выровняет текстуру кожи, придавая ей свежесть и красивый вид. Вот поэтому надо даже жирной кожей использовать
увлажняющие средства. Стоит ли использовать антивозрастные средства только после, только надо начинать использовать только тогда, когда появятся признаки старения? Вот мне одна девушка спрашивает, ну, я еще такая на лицо молоденькая, туда-сюда, мне, наверное, вообще еще не надо. В общем, когда будут только признаки первые старения? На что я ей сказала, что уже у тебя начался процесс обратный такой старение. И с возрастом процесс регенерации, обновления клеток, он замедляется все медленнее и медленнее. И чем раньше ты начнешь ухаживать за лицом, то есть помогать своим клеткам восстанавливаться, тем, как скажем, процесс старения будет как оттянут, и не такие будут последствия. Потому что если ты позже берешься за эти серии ухода, все, оно будет давать результат, но это будет хуже, чем если бы ты раньше начинала ухаживать. Это первое. И второй момент. Здесь такой, если человек спрашивает, а можно мне, допустим, 30 лет, а я буду 50-летней пользоваться серией? Нет, не надо. Вот, потому что каждая серия, она рассчитана на решение, в сериях Novage, тут и самое главное, рассчитана на, не на возраст, а на решение проблемы. Потому что бывает, ну, например, пигментация, мы как-то были склонны считать, что пигментация – это уже после 45-50 лет, а пигментация помолодела, и у молодых девушек очень часто можно заметить темные пятна на лице, и, в общем-то, надо с этим бороться. Вот. Так, ответила на этот вопрос. И что у нас остался? Какие еще вопросы? То есть дорого, дешево мы поговорили, потом такие моменты. А вот еще один вопрос. Мне не нужен SPF-фактор, потому что, ну, например, осенью там пасмурная погода, зачем мне крем с таким фактором? Хочу сказать, я уже про это, на эту тему уже говорила несколько раз, хочу вам сказать, что солнечные лучи делятся на альфа и бета. И вот есть лучи, которые обжигают и оставляют ожог на коже. Это лучи, которые мы видим. А есть другой спектр лучей, который ожог мы не видим на поверхности, но он проникает в глубину и влияет на меланоцитовые клетки. Получается выброс меланина, пигментации вот этой, понимаете? И даже когда пасмурная погода, эти лучи проникают через облака, более того, через стекло, стекло домов наших и даже машины, которые затонированы. Вот, поэтому средства солнцезащитные, вернее, с SPF-фактором обязательно надо, обязательно. Может быть, они осенью будут чуть меньше, но надо все равно использовать их обязательно. И такой был вопрос, вот скажите, если в креме там солнцезащитный фактор там 30-ка, допустим, а тональной основе 12. Я сверху нанесу, я не уменьшу, в общем, влияние этого солнцезащитного фактора. Нет, всегда будет защита большего средства. То есть, если бы тональная основа была там 20-ка солнцезащитной, а крем 10-ка, то тональная бы закрывала вас от этих вредных лучей. То есть, больше SPF-фактор, он перекрывает, меньший и защищает. Ну, вот для понимания такое. Вот, ну вот с такими возражениями я столкнулась. Вот, я думаю, что когда вы начнете работать, у вас появятся свои возражения, вот, и мы обязательно их отработаем. Поэтому спасибо всем большое за внимание. Я думаю, что информация была полезна. Используйте ее. Самое главное, в конце еще раз вам хочу сказать. Любой метод работает только тогда, когда вы его включаете в свою активную фазу. Не от случая к случаю, а каждый день действуйте и получайте результат. И хочу сказать, закончить наше выступление словами Моники Белуччи. Быть красивой в 20 лет – это естественно. А когда вы красивы в 35 или 45 – это уже жизненная позиция. Поэтому запомните эту фразу, чаще говорите ее своим клиентам и напоминайте о том, что на 80% мы можем влиять на процесс старения женщины. Это доказано клиническими исследованиями Института исследования кожи компании «Oriflame». Спасибо всем за внимание. Хорошего вечера.